смотрите телевизионный проект «Большие города». Каждый раз, отправляясь в новое путешествие по нашей необъятной стране, мы знакомимся не только с историей, достопримечательностями и градообразующими предприятиями городов и районов, но главное – с людьми, которые каждый день вносят свой вклад в развитие нашей Родины. Вне зависимости от размерного признака, для нас все города большие. Наше путешествие по большим городам Казахстана продолжается. В следующие 10 минут нашей программы вы узнаете о самом зеленом районе нашей страны. Жаркент – зеленый оазис среди жарких степей и полупустынь края. Центр Панфиловского района Алматинской области расположен в 29 километрах от китайской границы. Древнейший город не только Республики Казахстан, но и всего постсоветского пространства. Жаркент известен как один из пунктов Великого Шелкового пути, как город торговых и ремесленных людей. Утопающий в садах, цветниках, имеющий уникальные памятники культуры, Жаркент называют воротами нашей республики. Через него проходит автотрасса, связующая звено между областью Алматы и другими городами Китайской Народной Республики, что способствует развитию торговых отношений и туризма. А гости этого зеленого городка в первую очередь посещают главную достопримечательность, куда направились и мы. Уникальное здание, которое мы посетили, было построено в 18 веке и служило мечетью до 1920 года. Последующие 30 лет строение использовалось под склады для хранения зерна, казарму и даже конюшню. А с 1967 по 1978 годы здесь проводились сложные реставрационные работы. С тех пор мечеть представляет собой сложный архитектурно-художественный комплекс под названием «Жаркентская мечеть». Уникальное здание, помимо необычной формы, заключается в том, что оно было возведено без единого гвоздя. Об истории этого сооружения и изменениях, которые оно претерпело, нам подробно рассказал управляющий музея «Жаркентская мечеть». Здравствуйте! Добро пожаловать в музей «Жаркентская мечеть». Строительство этой мечети началось в 1887 году и закончилось в 1912 году. Жители города Жаркент после долгих обсуждений решили построить в городе мечеть, собрали на это средства. Попечительство над сооружением здания взял на себя купец первой гильдии Вали Ахун Юлдашев. Его выбрали, потому что он много путешествовал, и ему бы не составило труда выбрать подходящего архитектора. Он нашел китайского архитектора Хон Пика. Если вы заметили, в строительстве мечети использованы основные образцы традиционной архитектуры Средней Азии и Казахстана. В оформлении внешнего облика здания присутствуют такие элементы зодчества, как парящая крыша с изогнутыми кверху концами ската. Галерея вокруг здания с цилиндрическими колоннами без капителей. Карнизы крыши богато украшены резьбой по дереву с яркой полихромной росписью. Поверхность арок и стен также покрыты тончайшей росписью и резьбой. Здание не только поражает своей красотой, но и размахом, с которым его построили в то время. Рассчитана она была на более чем 1500 посетителей. В 2005 году в мечеть приезжал президент, и мы хотели ему показать, что вся мечеть построена из натурального дерева. Поэтому этот кусочек мы распилили до определенного слоя и показали, что все натуральное, из дерева. В нашей мечети большое количество узоров, и все они принадлежат разным народам и прекрасно между собой сочетаются. Если вы посмотрите на эту стену, то здесь можно увидеть узоры нескольких народностей. К примеру, вот этот первый уйгурский национальный инструмент, вокруг которого нарисованы цветы. Далее рисунок в дунайском стиле. Это кувшин, и из него растет цветок. Здесь есть еще одна особенность. В ходе реставрационных работ верхушку каждой балки мы оставили без изменений. Какая она была при строительстве, такая и осталась. При реставрации к этим местам вообще не прикасались. Во внутреннем и внешнем оформлении преобладают растительные мотивы, но также встречаются изображения птиц, рыб, реальных и фантастических животных, арабская вязь. Кое-где сохранилась роспись давних времен, которой не коснулась кисть реставратора. Яркие краски совершенно не потускнели и не растрескались. Основным строительным материалом мечети послужили бревна тяньшанской ели, которые доставлялись сюда вплавь по реке Или.
И если снаружи сооружение может показаться небольшим, то габариты его приятно удивляют. Высота этого здания составляет 22 метра, ширина 29 метров. 12 дверей, 24 окна и 122 колонны. Жаркентская мечеть вошла в список объектов, включенных в сакральную карту Казахстана. В каждой программе мы рассказываем о градообразующем предприятии городов и районов. В Жаркенте одним из основных промышленных объектов, обеспечивающий рабочими местами местное население, является завод по производству полипропиленовой мешкотары. Сейчас мы вам расскажем и покажем весь этот сложный производственный процесс. Процесс производства на начальном этапе представляет собой изготовление нити. Основным видом сырья является полипропилен с добавлением каких-то красителей, добавок, в зависимости от требований и пожеланий клиента. Непосредственно после производства нить попадает на ткацкий участок. На ткацком участке мы можем изготовить любой вид полотна, любой ширины, любой плотности, любого цвета. После этого при необходимости на полотно может быть нанесен ламинат. Ламинат делает полотно водонепроницаемым, кроме того, выравнивает поверхность для того, чтобы мы могли нанести на него картинку высокого качества. После этого полотно передается на покраску. На покраске у нас имеется очень современное австрийское оборудование, которое может делать очень высококачественный логотип и любую полноценную печать. После этого полотно передается на мешкозашивочный участок, где уже непосредственно режется на мешки. Процесс здесь полностью автоматизирован. Потом у нас есть контролеры по качеству, которые ведут непосредственный отбор и расфасовку. На предприятии заняты в основном молодые специалисты, которые вернулись на малую родину по программе развития села. Сегодня на заводе 400 рабочих мест. Планируется их увеличение. Как мы знаем, существует множество государственных программ по обучению и привлечению новых специалистов. На сегодняшний день мы работаем тесно с Центром занятости населения, который отправляет безработных к нам на завод для дальнейшего трудоустройства. При заводе мы создали учебный центр, который активно на сегодняшний день работает. Мы уже произвели 2 выпуска новых людей, которых сейчас трудоустроили 100%. Это швеи, ткачи, в которых завод остро нуждается. Мы расширяемся и, соответственно, нам необходимы новые кадры. Для них мы создали вот этот вот учебный центр, от которого действительно есть польза. При этом эффективно, потому что все трудоустраиваются и при поддержке государства. Конечно, большое спасибо. Все великое начинается с малого. Этим правилом руководствуются многие жаркентцы, делая для своей родины добрые дела. Одна из таких семей уроженцев этой области подарила городу целый детский сад. Добро пожаловать в наш Жаркент, Панфиловский район Алматинской области. В рамках программы «Туған жер» уроженка Панфилова Лязат Чайгараева, ее супруг Кайрат Раев построили нам такой красивый детский сад. Детский сад у нас рассчитан на 280 мест. На сегодня ходят уже 239 детей. У нас 10 групп. 5 казахских, 5 русских. Мы работаем по госстандарту. У нас имеются преподаватели русского, казахского и английского языков, преподаватель музыки, физкультуры и хореограф. Одним словом, созданы все условия. Воспитанники этого детского сада активно участвуют во всех республиканских конкурсах и, что немаловажно, занимают призовые места. И мы убедились, что талантливых детей здесь много. А еще в этом детском саду есть творческий уголок, где детей обучают истории родного края, обычаям и традициям казахского народа. На все вопросы воспитателя касательно государственных символов, языка, столицы и президента дети хором отвечали правильно. Вот так вот с самого детства дети знают о нашей стране, ее традициях и истории. А ведь это залог нашего успешного будущего. С вами была программа «Большие города». Увидимся на следующей неделе.